С 26 по 30 августа в Якутске проходит 4-й форум приемных семей «Семья – наш теплый дом». В мероприятии принимают участие 23 семьи, воспитывающих приемных детей. Участники форума обсуждают актуальные вопросы защиты личных и имущественных прав детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, вопросы поддержки замещающих семей, эффективности реализации программ подготовки и сопровождения семей, имеющих приемных детей. Кроме того, в рамках мероприятия проводятся индивидуальные правовые и психолого-педагогические консультации для родителей. Сейчас очень большое внимание оказывается психолого-педагогическому, юридическому, социальному сопровождению этих замещающих семей. И вот уже 4-й год наши семьи из разных улусов, в количестве 19-20 семей вместе с детьми приезжают на республиканский форум приемных семей. Приезжают они, конечно, с разными целями и с разной мотивацией, но самое главное – это, конечно же, услышать их, поговорить о том, что у них получается, что им радостно увидеть, и, конечно же, поговорить о насущных проблемах, которые имеются в семьях.